7 лет слышим заявление о том, что наш комплекс построят. Да. Я прошу, я не умоляю ваших профессиональных способностей. Я вас скажу, но тем не менее, через год факты налицо. Эти люди хотят получить квартиры, за которые заплатили еще 10 лет назад. Это обманутые дольщики, которые вышли к алматинскому акимату напомнить о себе и о своей проблеме. Мы выйдем на акции и создадим социальную напряженность, которая так не нужна акимату. Я не пугаю, Мазар Шахмутов. Мы не пугаем. Мы не пугаем, но мы говорим, что мы устали ждать. 10 лет назад митингующие вложили свои деньги в долевое строительство. Застройщик в срок жилье не сдал. Вот так сегодня выглядит жилой комплекс Жайлы, куда должны были заселиться люди. Строительство идет с переменным успехом, уже за счет государства. Средств. И все равно сроки сдачи постоянно сдвигаются. Эта история с проблемными дольщиками рядовая только на первый взгляд. Компания-застройщик «Серд», которая начинала строительство в начале 2000-х, принадлежала бывшему ИО председателя тогда еще партии «Атан» Амангильды Ермегияеву. К нему у этих людей много вопросов. За бывшего партийного бонзу и успешного бизнесмена сегодня отдувался директор муниципальной компании-застройщика. Он пригласил митингующих в офис попить чай и посмотреть документы, чтобы вместе искать решение проблемы людей.